Всем привет, дорогие друзья! Предыдущее видео по Mortal Kombat будет по ссылочке в описании со всеми сериями. А у нас сегодня третий турнирный стиль ночного волка, шаман. Значит, он умеет делать кувырок с ударом по ногам. Этот кувырок он может усилить, чтобы подбросить противника. Еще у него есть замечательная зонинговая стрела с молнией на 90... Ой, на, да, на 91 урон. То есть 9% и 1/10. Она довольно быстрая. Она нокдаунит. То есть... Вот. Оп. Хорошая штука. Тихо. Он пытается миксапить, терминатор этот. Но тут тайминг такой особенный. Во. Хорошая стрела, но реально урон наносит достаточно много. Учитывая то, что это еще и средний. Это вам не лазер Кейна. Видите, она сбивает ему все. Фэмс. Отлично работает. Так, я его разозлил, так понимаю, этого терминатора. Ага. Очень быстрый стартап у Фейтала Волка. Моментальный просто. Просто моментальный. Я считаю, что вот эта стрела отличный прием. Добить противника, когда мало здоровья по средней линии, или просто выгодный обмен выстрелами сделать. То есть, допустим, у того же Кабала пила, например, если одновременно он кинет пилу, а волк стрелой выстрелит, да, то Кабал получит больше урона. Ну, миксапчики пошли. В этом весь ночной волк. И все, и теперь можно его просто стрелой. Ну, в том-то и прикол, что здесь ему надо было не вперед два командник делать, а вперед два захват. Тогда бы он попал бы по мне. А так, видите, у терминатора тут такая особенность. Вот, видите, что и я первый атакую. Ага. Ага, во, все, видишь? Но он вперед два командник хочет делать. О, уже опасно. Буквально пару раз. Нет, это же бег. А он бежал-то всего ничего. Кстати, он ошибся, он потратил крашинг. Он крашинг потратил, и это была ошибка. Тихо. Теперь осталось только добить его. О, куда он делся? Это что сейчас было? Куда он делся? Уж не телепорт? Нет, телепорта у него вроде не должно было быть.
Или это был телепорт? А, он выбрал Терминатора с этим, с формой скелета. Вон оно что. То есть мы в любом случае его увидим, этот эндоскелет. Да, эндоскелет и машина времени. А, и телепорт, значит. Во-во-во, все понятно. Ты не из этого мира. Я из будущего другой планеты Земля. Уничтожив тебя, я сделаю это будущее светлее. Так, и что-то он... Ага. Надо привыкнуть к этим. Да хорош. Я заметил, что у меня иногда спешлы. Иди сюда. О, хорош. Ты так это... Не-не-не, я в курсе об этом. Не надо. Я такие приколы знаю. Можно вот так вот ногой сделать, чтобы точно не это... Лови коробочку. Не-не-не. Ему надо усиливать этот телепорт. О! О, вот это я рукой ударил. Но вот этот кувырок не совсем коннектится, к сожалению. Можно было бы бруталку, кстати, добавить к этому удару. Как со скорпионом тоже такое перерубание. Разрубание. Погоди, а где эндоскелет? Вот я только сейчас заметил, что... А знаете, почему его не было? Потому что он только в решающем раунде появляется. Он только в третьем раунде появится, этот эндоскелет. Это мы слышали, да. Ну-ка, иди сюда. О, воу-воу-воу, полегче. Вообще, в принципе, можно... Надо, короче, как-то так сделать, чтобы третий раунд был. Оп. Можно, в принципе... Иди сюда. О, комбо пошли. Вот любит он, конечно, апперкоты делать. Давай. Фейтл сейчас будет или что? Опа. От него сейчас должен будет вскоре остаться... Вот он. Ну вот, посмотрели, хватит.
Все. Ну что ж, друзья, не забывайте, что по ссылочке в описании вы найдете предыдущее видео по Mortal Kombat со всеми сериями с плейлистом. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, делитесь этим видео со своими друзьями, оставляйте свои комментарии. Всем пока!